стою, вот торговый центр, вот машина, вон вокзал. Вот здесь вот я стою, вас жду. Приезжайте. Здравствуйте, первая наша помощница. Постоянно, я только подъехала, да, вот только. Спасибо большое, спасибо, да. Давайте, да, здравствуйте. У нас уже начинает наполняться. Все, давайте. Постоянная помощница, да. Ну что, у нас тут вот почти битком. Ой, почти. Молодцы какие. Да. Здравствуйте, Татьяна, постоянный клиент. Постоянно помощница. Два раза приезжает в день. Вот сейчас еще поедет, привезет. Я сегодня за 100 километров приехала. Да, ездит прям вообще. Пчелка, пчелка. Здрасте. Помощники наши. О, ой, целая машина. Здравствуйте. Ну, отлично, спасибо. Здрасте, здрасте. Наша, так, подождите, давайте я сейчас багажник быстро открою. Ой, багажник работает сзади. Да. Расправляем. Да, да, да. Так что давайте. Наши любимые подстилочки. Спасибо большое за посылки. Курточки, тряпочки. Отлично. Сейчас будем пытаться открыть. Нет, наверное, сбоку. Сбоку. Да. Ай-яй-яй, а как же я свои бочки буду грузить? Сейчас будем думать. Машенька наша приехала, как всегда, привезла. Всем привет! Чуть ли не пол машины. Последнее воскресенье корма. Месяца, и как всегда, у нас встреча на Киевской. Да. Я везу корм для щенков, который очень актуален. Если взрослых собак приют, может еще самостоятельно прикормить, но с вашей помощью, то для щенков, конечно, корм. Только с вашей помощью мы можем приобрести. Спасибо всем. Спасибо большое тебе, Маша. Вот еще целая гора посылок. Сейчас я буду помогать тебе грузить. Подожди. Вот такие нам шикарные бочки. Здравствуйте, друзья. Вот такие нам шикарные бочки подарили. Сейчас мы в них закидаем корм, чтобы пространство не терять. Бочки пищевые. От овечьего жира. Так, это игрушки щенкам. А, игрушки сюда не надо, давай корм. Миля сейчас скажет, некуда грузить. Ой-ой, зацепилась. Пусти. Друзья, сейчас как раз черная пятница, есть возможность купить приличный корм по приличным скидкам. Да. Еще я хочу сказать, что, вы знаете, вот Машенька всегда много привозит. Многие люди тоже привозят из приют корм. Вы видите это, я все вам показываю. Но сколько бы ни привозили, оно белье моментально съедается. Это белье. Ай, ёлки-палки. Моментально съедается, потому что большой щенков очень много. Очень. Лекарство нашла, это тоже надо переложить сюда отдельно. Ты посмотри, какая бочка вместительная. Смотри, какая она вместительная. Только потом, как вы перегружать будете, влили на машину. Ну, как-то тяжелая. Что тебе делать? А как ты тащила? Я на такси. Ну, на такси. До такси тоже надо было довезти. С четвертого этажа. Сама перетащила, удалось. Засунуть сюда бочки. Сейчас Лиля обрадуется, придет. Бочки полные корма. Для кошек и для щенков. Конечно бы собрать много таких бочек. Это было бы спасение от крыс. У меня опять основа. Татьяна приехала уже. Второй раз приехала? Да. Я сегодня вот вообще за 100 километров. Давай, Лиля, открывай машину. Сейчас она там разберется. С той стороны уже, наверное, надо. Я сюда в бочки впихнула. Еще, ребятам, курточки. Ну, у меня уже где-то завалим. Ой,
ничего не вижу. Еще. Держите сильнее. Держите, я выдержу. Все. От Марии корм Сазон, спасибо огромное, и кварцевую лампу большую, 18-ю бутовку, вот сегодня будем вешать. Это Наталья купила, спасибо огромное. Ну что, ребята, купили сейчас 6 лопат, они нам нужны. Купили тепловую пушку в ангар, еще одну. Купили лампы на столбы, 10 штук. Купили лампы чуть-чуть по мелочам. Купили 2 рулетки, купили топор, купили молоток, купили перфоленту. В общем, купили по мелочам. Мы сейчас находимся в Леруа, пытались сэкономить. Но, ребята, пока прошлись, оказывается, нам столько надо. Ну, начнем с малого, хотя бы сейчас вот с этого. Лопат нам надо минимум 15. Мы купили пока 6. Посмотрим, как будет качество, как будет работать. Все, плафоны купили, теперь осталось только найти электрика. А, и купили, как называют, вот эти штуки. Это крепление сразу. Вот, сразу и крепление тоже купили. Посмотрим, что нам это даст, ребята. Но это необходимо делать. И это необходимо сделать сейчас, потому что работать невозможно. Очень темно. Дорогие друзья, я Виктория, ведущая канала «Жизнь лохматой души» и «Лохматая душа на Дзене». Я периодически собираю посылки по Москве, которые люди передают для приюта «Лохматая душа». Вот только сегодня вложила любовь и тепло своих рук, сделала подстилки для наших собачек. Анжелика передала 2 мешка корма для кошек. Алена передала лекарства и вкусняшки и для собак, и для кошек. Друзья, помогайте, пожалуйста, приюту. К сожалению, милосердие приходит с возрастом, очевидно. Очень много людей помогают приюту, очень много. Но приют настолько огромен, что какая бы помощь ни была, все мало и мало. Нам надо расширять аудиторию. Пожалуйста, привлекайте своих знакомых, друзей. Вы видите на Киевске, сколько друзей приезжает. И люди очень стараются. Но, к сожалению, опять-таки говорю, приют огромен. И помощи не хватает. Нужна очень сильная информационная база. Спасибо за внимание.